Развитие волонтерства в Химках и Подмосковье. Эту тему добровольцы обсудили на встрече с министром социальных коммуникаций Московской области Ириной Плещевой. Сегодня волонтеры – хорошее подспорье для города. Помогают в организации масштабных мероприятий, работают с людьми, проводят полезные мастер-классы и даже ведут свои проекты. Как поддержать и усилить идею добровольчества, на встрече выдвинули предложение. Вы спросили, чего бы мы хотели, так сказать, от волонтерства. Я бы хотела больше мероприятий для волонтеров, которые могли бы позволить детям узнать какую-то профессию. Профессионально расти и развивать свои проекты не только в пределах городского округа – реальная возможность для молодых и активных жителей проявить себя и сделать добрые дела на благо общества. Наша задача в этой ситуации – добавить областных мероприятий, где могли бы ребята себя проявить и уже позиционироваться не только в Химках, но, например, чтобы балашихи знали, что в Химках такие крутые волонтеры. И они бы знали, что можно друг другом опытом где-то поменяться. Набирать опыт и знания предлагают на образовательных форумах. Один из них, лаборатория возможностей, недавно прошел в Химках. Спорт, медиасфера, творчество, образование и даже курсы лидерства, лекции и мастер-классы. Такие приятные бонусы получают волонтеры Химок. Вступить в их дружные ряды можно, обратившись в отдел по работе с молодежью. Телефон 8-495-575-44-00 или в группу ВКонтакте «Молодежь Химок». Отметим, что только в этом году волонтеры Химок приняли участие в более чем 60 мероприятиях, а общий охват волонтерского движения составил порядка 1900 человек.